В Самарской области продолжается прием заявок ежегодной акции «Народное признание». Инициативные группы могут выдвигать своих кандидатов, заполнив специальную заявку вплоть до пятницы, 21 сентября. Заявки для участия принимаются в Министерстве культуры региона и Самарской областной универсальной научной библиотеке. Голосование за номинантов пройдет с 4 по 18 ноября, а итоги акции подведут в конце декабря. В этом году, кроме традиционных номинаций «Единство и успех», «Надежда и опора», «Признание и уважение», «Рожденные в сердце России», появились новые «Поколение добра», «Во имя человека» и «Комсомол. Моя судьба». В год столетия комсомола введена специальная номинация для воспитанников комсомола. И вот мы сегодня представили легенду, можно сказать, воспитанника комсомола Галину Георгиевну Баранову, которая многие годы возглавляла Зональную комсомольскую школу. Она известный человек не только в нашей области, но и во всем Поволжье.